Коничева Миннасан, я вас приветствую из Токио на данный момент, а едем мы к океану на пляж Кюджикури. Вот, сегодня такая вот погодка прохладненькая, так что думаю, будет очень интересно и очень приятно погулять. Так что сегодня я о жаре жаловаться не буду. Вот это, видите, такие платные дороги, где надо платить кэшем. Так что, кто когда едет куда-то, обязательно узнавайте маршрут, и чтобы у вас лежал кэш в кошелечке. Вот видите, тут вручную надо платить. Обычно проезжаешь, когда вот такие вот дороги, особенно хайвей, и там сразу же автоматически говорят, что ну вот, мы проехали столько-то денег. И оно автоматически списывается с машины, с владельца машины. А вот тут надо, видите, платить. Вот суммы стоят. Сейчас мы, может, в другую нишу заедем. А, вот сюда, видите, меняем локацию и едем вот сюда. Потому что некоторые товарищи не могут ждать. Вот говорят, японцы терпеливые. Нет, нет, иногда очень даже и нетерпеливые. Особенно, когда впереди куча машин, а кто-то любит быстро ездить. Вот, все, вот, видите, вот мы приехали, сейчас заплатим. Тут уже не дедушка, как вот в предыдущем видео, а тут вот именно такой вот, короче, этот автомат какой-то, ну... Аналог же на комбайк, только билетики дают. Welcome to Kujikuri Town. Kujikuri City? Kujikuri Town. Kujikuri Town. Вот. Смотрите океанчик. Вот. Видите? Так что мы приехали на пляж. Это вообще, это прикол. Все лето мы на пляж не ездили, а сейчас, когда уже середина сентября, мы решили приехать на пляж. Ну, бывает такое. Ваташи-му омоимасу. Короче, Хира говорит, что поплавать в ней не получится, потому что опасно. Да, волны большие, а я еще со своей ногой. Конечно, если бы я была здоровая, учитывая, как я плаваю и люблю плавать, было бы все нормально, но вот, как видите, ну ничего, зато прогуляемся. Сейчас я вам океан покажу, фоточек сделаем для нашей с вами тележки. Так что вот. Вот перед вами пляж Кюджикури. Кюджикури. Серфингисты, рыбаки. Ветер тут, конечно, ой-ой-ой, не знаю, слышите вы меня или нет, но у меня этот новый Google смартфон, он конфликтует со всеми добавочными вот этими всякими гаджетами, потому что в нем все это встроено, и стабилизатор, и улучшитель звука, вот, так что слушайте меня и звук океана. Вот люди с собачкой гуляют, ну, как видите... Что происходит, и поймите меня правильно, что плавать не получится аж ни под каким видом. И, кстати, и люди тоже особо не плавают. Но, видите, осень пришла, осень. Вот такая, ребята, сила океана. И там вот вдалеке дядечка ловит рыбу сейчас. Видите? Вот тоже рыбаки. Представляете, вот тут на берегу стоят, удочку закидывают и рыбу ловят. Серфинг, серфингисты. Слушайте, я тут стою, меня сейчас сдует. Но это же еще не конец, мы же еще куда-то поедем. Да сегодня тоже понедельник, но в Японии праздник. Забыла, как он называется, у них очень часто такие мероприятия бывают, такие праздничные дни, которые совершенно ни к чему не подвязаны, но японцы отдыхают. Смотрите, волны аж куда доходят. Хира говорит, что вот эти волны, они могут затягивать. Очень опасное дело. Вот, так что вот так.
Смотрите, даже серфингист не может волну удержать, его вот сносит просто. Но сейчас посмотрим. Why weak? Лабрадор, ува! То ты мой инудес! Ой, вот что, биккюри чимашта! Видите, куда он сам? О! Канаджумо! Вот это вот икинай! Икинай! ラブラドールは犬はあまり望んでません。私は分かりますね。そうそうですね。いつアビューズ Yes, yes! ラブラドールは怖かったか。怖いですね。怖い、はい、怖い、とても怖いです。そう、あ、楽しんでますね。あ、怖かったです、はい、そう。Вау-вау-вау-вау. О, сейчас син, да, хочет здесь, да. Суре, шимасу. Смотрите, его сносит. Назе, карева, аску не карева, 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 карева. А, учена? Она забит. А, ну? А, со. А, вау. Карева, зэмзэн декимасэн. Хай. Музукаши. Вау. О, сой. Maybe so. This is better. That's great. Так, судя по тому, что здесь изображается вода и рыбацкая сеть, то это посвящено рыбакам, потому что, ну, естественно, это прибрежный город, и чем занимались люди, это только вот рыбным промыслом, и им, видите, вот такие, ой, сейчас локацию поменяю, чтобы вам лучше было видно, вот такие вот памятники ставят. И вообще в Японии очень много таких вот памятников обычным людям, не всяким там политикам. И, конечно, это тоже есть, и самураям, и даймё, но в основном очень много вот для таких вот обычных людей. Но японские байкеры, куда же без них. У них тут это движение очень сильно развито, кстати. И они в горы едут, к пляжам. Но в городе, вот в таком, в Токио, они не сильно бузят, они очень уважительно относятся. И что интересно, они очень себя уважительно ведут на дорогах и не создают аварийные ситуации. Вот такие вот они молодцы, ребята. Вот японский рыбак рыбу ловит. Смотрите. Да я поднялась сюда чуть-чуть на дамбу. И вам показываю. Ведь они тепло одеты, вот буквально резко так немножко похолодало, но хотя я в футболке, а им, наверное, вот здесь вот стоять возле воды, тут ветер просто сносит. И вот там еще, видите, тоже дядечка такой рыбку ловит. Смотрите, смотрите, смотрите. Нет, не вытащил он ничего. Эти байкеры собираются и отъезжают. Такие вот мотоциклы у них. Вот, вот. Это пандус. Вот там вот лестница, а это типа пандус. Это для людей, у которых ограничены возможности, кто в коляске или кому тяжело по лестнице. Вот, вот, вот такие вот сделаны. И такое в Японии везде. И вот видите, для спуска тоже. Такие вот сувениры, смотрите, какие красивые. Вот. И всякие тоже вкусняшки, которые соответствуют. Вот Чиба. Это мы в Чиба приехали. Вот. Сейчас вам покажу. Вот тоже всякие вкусняшки. А это вот бива консервированная. Вот как у нас, знаете, есть сок такой. Или как...
в каком-то сиропе абрикоски, а вот у них бива. А вот тут вот места, где отдыхающие останавливаются. Тут куча отелей, ресторанов, пальм. Так что тут уже не такое дикое место. Ну вот мы ресторанчики проезжаем кругом. Что-то я протупила, отели вам не сняла. Ну вот, видимо, тоже что-то строится, видите? Вот. Вот такие вот дома, в которых живут японцы. Видите? И вот я просто показываю улицу, это не то, что тут богатые люди какие-то живут и все. Это вот живут японцы, которые не такийцы, которые живут в частных домах. Вот у них тут магазинчики и все это, так что... Но если вы считаете, что это очень маленькие дома, то я как бы так не считаю. А мы, кстати, рамен-шоп ищем, рамен хотим поесть, но рамен именно на морской основе. Сейчас, если приедем, покажем. Видите, вот этот дом деревянный. Вот это вот заброшка такая. Но в Японии есть ребята, которые... Я вот смотрела YouTube-канал один, которые покупают вот такие заброшки за 3 копейки и восстанавливают. А видите, тут даже вот окна выбитые. Вот. Так что есть и такое. И снова океан мы подъезжаем. Это мы проехали практически всю Чиба, всю префектуру Чиба. Вот сюда мы въезжаем. Кстати, не холодно, не холодно, просто туманный день. Ой, не туманный, облачный день, небо затянутое, но не холодно. Я в одной футболке и нормально все. Вот видите, кругом пляжи. И вот там вот люди живут. Вот это перед вами Омияги Шоп. Омияги Мисей, если уже так на японском. Это дом, ну, магазин сувениров. Видите, как он выглядит, какой он красивый. И вот в таком вот стиле. Ну, естественно, я не могла не остановиться здесь, чтобы вам его показать. Короче, прочитала Омияги рядом. Это маленький магазинчик. А это ресторан. Я на него даже название не почитала. У меня в глазах все смешалось. Короче, посмотрю на съемках, как оно называется. И вам напишу уже отдельно, как оно называется и как переводится. О, Намаева. Камогава Сивар. А, Камогава Сивар. Слышали? Вот, мы сюда приехали. Мы приехали Камагава Оушен Парк, как Кира говорит. Здесь прогуляемся. Сейчас я вам тоже его покажу. Как бы я везде тоже впервые. Это мы сегодня вот так вот сели и даже в карту не тыкали, куда мы едем, просто едем. Вот у нас часто такие поездки, не часто даже будем говорить, а всегда. Ну, разве что, нет, все-таки часто, потому что иногда мы планируем, как мы ехали в Нагое, как мы будем ехать на Фукусиму в Бекотай. Вот, но пока не едем, потому что очень жарко. Смотрите, если кто говорит, что японки очень худенькие, то вот, смотрите, вот обычная японская девушка идет, и никто из них себя диетами не изнуряет. Это вот тоже семейная пара, мужчина, женщина, так что можете посмотреть. Сейчас я подойду и все вам еще покажу. Скульптуры. Знаете, я как чукча, что вижу, то пою. Потому что я вижу тоже это все впервые, как я уже вам говорила. Поэтому вот так. Ой, смотрите, что это тут такое за натюрморт.
какая-то такая композиция из лодки, видимо, показывает шторм, а здесь вот острова. Ну, не знаю, почему тут эти красные лавочки. Я думаю, как-то эти лавочки перевернутые в композицию не вписываются. Но, может, что-то хотели этим сказать. А может, это просто лодку выбросили. Непонятно. Тогда мы по этому мосту переходим. И такая вот конструкция, а вокруг вот это вот все. Ой. Мне ж тяжело идти. Так что... Ай. На-ка? Yeah. Идем туда. Смотрите, внизу вот супермаркет. Не, довольно-таки интересное местечко. Мы еще вниз пойдем. Вот. Там что-то мороженое. Очень интересненько. Ага. Вот это бивачан. Это символ этого места. Вы смотрите, какие плюшевые игрушки здесь. Ой. Я взрослая женщина, и как мне оно нравится, вот такое вот. А вам нравится? Напишите в комментариях, нравится вам или нет. Смотрите, какие. Только это не Шибаину, а Чибаину. Это вот у них тоже вот такой вот символ, видите? Платочки всякие, и везде-везде вот, вот это чудо. Мама! Люблю я такие вещи, но как бы покупать сегодня я ничего не планирую пока что. Ну вот. Смотрите, какое классное. Ой, такие мордочки, гляньте, вот эти мордочки. Мне Хира говорит, дамы дес. Хайтай. Хира, хайтай. Дамы. О, слышали? Вот дамы. Очень классные, вот клевые. Ну и вот. О. Зацените цену. 47 250. Продают уже долго, судя по состоянию. Ну, классно. Вот это называется хаппи. Одежда для, как кирает фишемен, ну, для рыбаков. Видите, какая она? Ну, можно купить в качестве сувенира за 47 тысяч йен. А, если ты куда зайдешь? Прикол. Вот это нажимает, и глаза вылазят на лоб. Но я же все-таки раскрутила. Видите, здесь написано кин ун. Это вот эта именно желтая лисичка приносит удачу в деньгах и во всем остальном. Вот мы ее сейчас купим. Вот мы прошли. Это какое-то, знаете, здание типа как форт. Лодки старые. Не, ну я так понимаю, старые лодки это какая-то часть натюрморта. Я так думаю. Не знаю, почему это парком назвали, но это парк. Наверное, вот этот вот форт именно. С обратной стороны это выглядит вот так. Ну и тут кто-то живет. Вот такие японские домики. Я уже как бы вам неоднократно говорю, что не думайте, что японцы живут в маленьких-маленьких домиках. Так как ко мне начали писать в комментариях, что, представляете, сейчас вообще упадете. Приходит человек и на полном серьезе пишет, что японцы в 21 веке заливают рисовые поля холодной водой. И женщины, маленькие детки и другие крестьяне вручную собирают этот рис. И тот, кто ест этот рис, должен помнить, какой ценой он достается. Потому что эти несчастные крестьяне умирают после этого. Ну, я так понимаю, в 21 веке Япония не имеет никаких сельхозмашин для этих целей, никаких угодий, ничего. Ну, я же как пишу, ну, ради бога, как это, японские фермеры, они не бедные. Они нищие, нищие. Ну, вот, вот, как бы, это рыбаки вот так живут, видите. Фермеры богаче.
Короче, забрались мы сюда, проехав всю префектуру Чиба. Сейчас мы пойдем, наверное, что-то покушаем, посмотрим. Ну вот, вот такие местечки. Чиба – это рыбацкая префектура, как я поняла. И тут вот все завязано на рыбке. Так что сейчас мы вам покажем, что тут есть. Видите, как здесь все это? Хирага, тут очень опасно. Ну, в принципе, да, под машину можно еще попасть. Так, вот это ресторан Темпура. Вот там вот ресторан, где всякие там моллюски можно жарить. Тут типа якинику, но я почему-то не хочу туда идти. Так, а вот это мое любимое. Вот это сашими. Вот мы сюда и идем. Ну, в общем, ждем, когда нас пригласят, и мы будем кушать. Так, нас позвали. Чтобы заказывать, здесь видите, какая штука есть. А чтобы посмотреть саму еду, вот меню бумажное. Вот оно. Ай, видите. Вот это заведение, видите? Так, вот это вот наше все. Вот. Так, моя еда. Это вот мисо-суп. И вот еще раз вам говорю, что видите, как открывать, как крышечку ложить. Ну, а вот это вот то, что мы будем кушать. Хера тарелку я вам снимать не буду. Соевый соус разводится с васаби. И потом все вот это вот так вот поливается. Ну, и супом запивается. Ну вот, мы покушали. И возвращаемся домой. Надеюсь, вам понравится эта поездка. Уже как бы снимать я ничего не буду. Я так подустала, буду наслаждаться возвращением. Вот. Ну, а что вам понравилось больше всего, пишите в комментариях. И Матанэмина-сан, с вами была Рена, и вы были на канале Акирена.